Ниндзя! Друзья, рад снова приветствовать вас на волнах Радио Спейсмен. Если вы помните, то в прошлом выпуске я размышлял о судьбах видеоблогинга о Вархаммере. И там мысль главная была в том, что много вылезло желающих снимать видео, а много ли из них останется с нами в конце года, мы посмотрим. И одним из приемов борьбы с конкурентами я предлагал объединение. Слияние, усиление. Как вы также должны помнить, если вы следите за проектом, то мы обдумывали с моим главным конкурентом, проектом Warp Маяк, если я правильно помню его название, объединение. Мы такие самые типа крупные, сейчас объединимся и всех просто раздавим. Мы много думали, разговаривали на эту тему, изучили, как вообще кто к этому относится, и решили все-таки подождать, пока не готовы к этому, в основном потому, что реально вместе мы еще ничего не делали. Ну там пару дебатов, это не считается, конечно. Поэтому мы мысль не оставили, но пока отложили. Тем не менее, мысль интересная, она вот что-то все кипит, и на нее приходят люди. Тут я познакомился с двумя клевыми пацанами. Вот, собственно, главная моя новость на сегодня. Пацаны, я познакомился с пацанами! Круто! Сейчас расскажу, что к чему. Смотрите, еще небольшая преамбула. Я полагаю, что вы, как и я, не только Вархаммером увлекаетесь, да? Вот там женщины, там компьютерные игры, возможно, где у них компьютерные игры. Вот! Видно? Я не знаю, где там кончается кадр. Настольные игры, да? Ролевки какие-нибудь. Что еще там? Машины. Отдых. Там, полевки там, бегаете с ведрами там. В общем, много интересов у всех. Опять же, если вы как-то наблюдаете меня и вне The False Emperor, знаете, что, например, я по ретро-играм делаю проект. Ретро-игры — это большая часть моей жизни, уже прожитой, и мне интересно о них рассказывать. Проект называется «Прием макулатуры». Я, опять же, играю в файтинги тоже. Через всю жизнь они прошли у меня, мне до сих пор интересно, есть канал о файтинге. Гремело штук 6 сезонов в точке Чарли о Call of Duty. Ну, правда, меня достала эта игра, поэтому все как-то, пока я не снимаю. Наверное, кто с точки Чарли меня сейчас смотрит, такие, нет, Space! Ну, чуваки, я запустил этот Advanced Warfare и... Гаминосай, но это невозможно в это играть. Вот, такая вот преамбула такая, лирическая. Так вот, полагаю, что у вас много интересов. А эти два клёвых чувака, они как раз занимаются чем-то близким к тому, чем занимаюсь я, но тем не менее не совсем. Давайте знакомиться. Первый — это братец Ву. У него свой проект о ролевках, причем очень круто сделан. Канал, на котором рассказывается о ролевках, о системах ролевых, помощь новичкам, помощь мастерам. И самое крутое, это полные ролевые сессии прямо на Ютубе. Люди играют там по интернету. У меня взорвался мозг, нифига себе, круто. Я вот прям ужасно хочу поучаствовать, надеюсь, уломать братцу. Вот, потому что, ну, мне вот это интересно, чуваки, уж понимаете. Вот, буду отыгрывать там сумасшедшего хэви-болтерщика. Вот. И, собственно, ролевки. Очень близко к Вархаммеру тоже, в принципе, настольные игры, кубы надо кидать. Я знаю, что многие, кто меня смотрит, как минимум интересуются. Так что, если вам интересно, то вот тут и вот тут два главных видоса всего канала, которые я рекомендую к изучению. Вот. Если вам понравится, ну, сами знаете, что делать. Не буду произносить слова, которые всех уже достали.
второй клевый чувак, это Алексей Зуйков и его проект «Два в кубе». В основном это обзоры настольных игр, репортажи со всяких мероприятий типа Роликона, интервью у видных деятелей настолок и так далее. Причем Алексей подходит к материалам очень серьезно, у него клевый монтаж, клевые сценарии, там с юмором, и вообще вот прям видно, человек вкладывается в это. Я посмотрел, мне очень понравилось. Вот два видоса, которые определяют контент на его канале. Кликайте спокойно, открывается в новых окошках. Изучите, если вам понравится, знаете, что делать. В общем, мы втроем собрались, поболтали, поняли, что мы все клевые чуваки и, в принципе, занимаемся одним и тем же, только немножко в разных направлениях, но, тем не менее, смешно. И мы решили забацать это киностольный картель. В чем суть? Мне интересно, и, в принципе, я бы мог сделать обзор того же Black Crusade или какого-нибудь Хаоса в Древнем мире. Но зачем? Если есть парни, которые могут сделать это лучше меня, лучше рассказать, лучше показать. Так что я лучше вас пошлю к ним. И вот так мы будем заниматься каждый своим делом, то, что мы умеем, но тем не менее вместе рассказывать вам обо всем, что происходит в мире кубокидания. Какая-то часть нашей совместной работы будет вам, естественно, не видна. Мы будем делиться друг с другом опытом, связями и так далее. Но мы также планируем совместные проекты. Какие именно, скоро узнаете. А сейчас у вас есть пара минут на то, чтобы отодвинуть Warhammer в сторону на некоторое время и изучить, что вообще происходит в мире. Ссылки на клевые каналы здесь и здесь. Изучайте.